Доброго всем времени суток, с вами Texer, Outriders, и пойдем зачищать локацию, как оно дикое, дикие места, дикие леса, врата, короче, я думал дикое чего-то, ну ладно, что тут, собственно, осталось, книжку я собрал, остался зверь, остался псих, осталась неведомая шляпа, неизвестная сущность. И, собственно, остался основной квест «Дикие земли». А вот откуда я «Дикие земли» взял. Все. Я думаю, я сначала тут все зачищу. Это, наверное, мне кажется, это не одна серия будет. Вот. А потом поеду в базовый лагерь, самый первый отвезу книжку. В траншейный город сдам квесты. Слазью в подземелье этих первопроходцев. Я вроде как нашел на Саре Коннор местный. Она не Коннор, она Таннер. Нашел главный ключ. Так что вот как-то так. То есть сначала зачистка вот этой карты. И опять она глючит, пыталась меня влево увести, хотя на самом деле зверюга сидит здесь. Вон. А глюком мы привычны. Тут всегда курсограф показывает не туда. Отлично. Пришли. Ну, давай. Что, серьезная загрузка будет? Да. Ну ок, вы меня уже напугали. Сдохните. Что за дело такое? Алис. Пойду посмотрю тут. Ничего. Тут тоже ничего. Но из этих перфор я тоже ничего не вышиб. А патронов немножко вышиб. Ну хоть немножко зарадует. Как-то там что-то светилось, нет? Показалось. Че ж вот так встречаете меня? Ироды. Патрошек нет. Шуршат. Кто-то где-то шуршит. А турели нету. Есть. Все, идем дальше. А вон существо, брат. Привет, существо, брат. Ловить все. Да-да-да-да. А убежать. Их очень много. Это вот как раз тот случай. Сдохни. Так, он остался один. Проблема в том, что враги тут... Ай! Враги не кончаются. Что-то у меня впечатление не производит. Да блин, а на меня производит. Что-то я по нему фигово попал. Разлом. Стойчивость, эффект. Это вот турель моя фигачит. На. На тебя, едку.
И нет больше ядку. А нет, есть, перезарядился. Силовое поле какое-то у него там. Сценарное, видимо. Убежал. Турель, иди сюда. Так и будут бегать. А что еще остается? Турель фигач его, фигач. А, давай, надувайся там. На тебе хрюзло. Вау, не успел. Не успел выжить из аномалии. О, еще меня долбанули. Лечиться. Тащили. Промахнулся. Че хрустит? Он хрустит. А! Хоп. Ну, попадает мне, попадает. Ему тоже, правда, достается. На тебя. Да вот я не знаю, сквозь листья попадаю. Похоже, что нет. Хоп. Туда. Ух. Нарвался. Турель, давай, ну бей ты его. Есть. Турель, ты фуфлыжное создание. Мне с ним справиться. Что радует. С первого раза. Понятно, что рано или поздно можно справиться, но с первого раза это да. Хронических патронов не хватает, просто хронически. А сейчас с маньяком еще драться. Так, где тут телепорт? Там, понятно. Так, мне показалось, что еще турчит. Ну, тут просто звуковое сопровождение, мне кажется. Понятно, что-то существенное. Вон там что-то есть. Ну, устрашающие звуки, на самом деле. Как положено в джунглях, да? Всяко урчит, шипит. И квякает. Фиолетовая винтовка. О, пекло. Ну, мы потом посмотрим, что это такое. Все равно, как мотаться по всем городам. А, слышишь, как крутит? Ай, хорошо. Антуражненько. А эти не взял. Взял. Так. Взял же. Надеюсь, что да. Фонтаны. И все такое. А что мне телепорт? А, вот телепорт есть. Так, уютно. Что за хрень такая? Кто ж меня переместит туда, в базовую локацию? Так, теперь маньяка. Ну, не маньяк, он преступник, но я их маньяками зову. Так, патронки. Нет, главное задание я не хочу отслеживать, я хочу шизика. Блицкрик. Ну что, куда поведешь? Сейчас поведет меня к зверюге, небось, да? Давай посмотрим. Нет, вроде только куда надо ведет. Странно. Я удивлен, но ладно. Бывает и так. Да? Да. Ну, куда-то туда. Да, вот там бревно светится. Все нормально. Это он. Пошли. Ничего не... Я ничего покажу. Ну ладно. Устраните цель. Что, сразу блицкрик?
Он по турели моей стреляет? Козлина-то. Все, засели. Перебежал. Лобки этих забыл. Ага, турель отстрелялась. Не, ну кого-то я выщелкаю, конечно. Но подними голову. А он что, знает, что я в него целюсь? Ты четверголимый. О. Че, пора в атаку идти? А я не очень хочу в атаку идти, на самом деле. Кто стрелял? Вот он ты, на тебе в затылочек. Все, там один остался. Пойду смотреть. До него так просто не дойдешь, да? А, он не один. Так. Сейчас допищишься. Оп. Это все? А вроде да. Так, что я настрелял, подбирай. И мне нужны патроны. Я не то чтобы много потратил, но нужны. Нежданчик. Ай, зачем я ядовитость включил? Ладно, поздно. А вот и блицкриг. Ну-ка, дёру. Я, по-моему, слишком жахнул. Ну, что-то ему перепало. Так, давай сюда. Выходи, выходи, чудище. Биться будем. Сыт. Сколько же у него здоровья? Пипец. А еще он алиум, походу. Потому что он там огнем горит. Я пошел. А это уже вспомнил. У меня куча срочных дел. Пошел, пошел, пошел отсюда. Не надо мне так попадать в таких количествах. Так, все. Мы остались вдвоем. Как же тяжко-то, а? Причем, обратите внимание, это не сложность, это нудность. Вот опять-таки пошла. Я его долбавил всячески.
Я от него бегаю. Пошли отсюда. Чем он меня колдует таким? Даже не знаю. Хоп. По чуть-чуть я у него отнимаю жизнь. По чуть-чуть. Даже снайпер, который по 2000, я ну, задал бы всю жизнь отнимать. Ух ты. Тут что-то есть наверху. Так, ходу. Блин, непонятно, кто и где. Что ему газовки травит, как будто, я даже не знаю. А, слушай, правда яд. Это реальный яд. Воду. Я не знаю, что там с ядом с этим, но бежать надо. Где он? Вон он. Оп. Ходу. Ага. Есть. И этого козла, который меня стрелял всю дорогу. Фу. Где этот сволочь? Зачем вот тот нужно, не знаю, устранить. Ну, пафос на лицо поделать. Чем эта сволочь меня травил, даже не знаю. Или он как он это делал? Есть что-нибудь? Да нет, ничего. Ничего хорошего. Ну и страшно. Так. Ну тут наверху наверняка что-нибудь есть. Нет? Ну там, в комнатке. Подарки. Подарки? Ой, две штуки. Фиолетовенькая. Отлично. А я все тут собрал? Я вроде все собрал. Так, погнали. Ну, вот так мне нравится. По два подарка. Это отлично. Фу. Нудно. Кругами. Кругами и зигзагами. Так. Что еще? Ну, неведомую хрень еще в этой серии точно, наверное, возможно. Добуду. Так. Нет, дикие земли мне не надо. Мне нужно... Как-то странник какие-то квесты называются. Нет, неизвестная сущность мне надо. Да. Вперед. Я знаю, что у меня дофига всякого в карманах лежит, но я пока не буду апать. Какая разница? Оно все примерно одинаковое. Плюс-минус. Какой-то имбы я точно не нашел. Оно будет чуть получше. Мужик, я иду по твоему квесту, радуйся. Близко. Могу толком объяснить, что там. Кстати, Кана я еще не тогось. Ну, Кан вроде не этот, не Алиум. Но наверняка какая-нибудь гадость будет. Вот этот вроде тоже не Алиум, хотя что-то как-то он тоже огоньком там светил. Как тебя зовут?
Кого зовут-то? Ну ладно, кто-то дойдет, я знаю. Да, блин, не прыгай. Он прыгает, смотри, когда я стреляю. Это нечестно. Все, кончились. Не, вон еще бегут издалека. О, леталка. Как же я вас не люблю. Тоже, кстати, двигаются резко, козлы. Вот там что-то злобное. Перфоровый жаг, да. Давайте туда вас. Турель, не трать на них время, там перфоровый жаг идет. Мы будем его иметь. И там крыльями кто-то трясет. О, много крыльями трясут. Давай, еще турельку посвежее. Так, а им вроде погорбять ей надо, нет? Но, ну, по-моему, башку то же самое. А, в атаку. Всех порвал. Ну, охрен. Мы такие, настолько разозли. Ух ты ж. Ну давай, 12 патронов еще есть. Пощелкаем. Ну давай такую, ловите. Отлично. Нет. Я еще до вожака не добирался, но я надеюсь, перед вожаком мне патронов дадут. Ну, это основная забота, патроны. Патронов нет. Высоковато. Да блин, только он мечется. Пипец. Я, ну что, серьезно, патронов не будет? Я вообще за что борюсь-то? Вот, вот туда можно пройти, сюда можно пройти. Фига себе тут просторы. А к чему это вот? Просто так? Для красоты? Вообще, а там, там какая-то руда. Все, последний патрон снайпер. То есть я сюда за рудой мог прийти и все, да? Здорово. Иногда дизайнеры уровней просто вот удивляют. Да, все, тут ничего нет. Ага, ну да, конечно, ничего. Ящерик уже есть, все. Блин, как пистолет сделать? Хочу пистолет. Как-то пистолет берется. Как-то. Глянем. Настройки.
Смена уровня, мира, включить. А кнопки нету. Так, управление. Навык, ближний, сменить оружие. Ку, ни хрена не ку. Выбрать оружие 1. Выбрать пистолет. Кнопка мыши. Хэ, кнопка мыши. Кнопка мыши. Ну пусть будет кнопка мыши. О, вот эта кнопка мыши, у меня будет пистолет. Отлично. Соответственно, потом я сюда меняю. Ага, хорошо. Зачистить топи. Гиде. Так, там где-то патроны. О, вот они. Найдите монолит. Зачистить топи или найдите монолит? Определитесь. Зачистить топи. Хорошо. Живем. Так, мне куда-то туда. Какие-то завывания. Опять. Воу-в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 оу. Я понял, понял, что вас дофига. Все, я пойду еще, пожалуй, подзаправлюсь. Что-то жадный я стал на патроны. Но мне их не дают, поэтому жадный. Не просто так. Так, перфора вожак, давай. Отпиц. Подойдешь ближе, ракетами угощу. Так, отклонился, молодец. Ловок старый дух. Найди еще вредку. Там еще что-то. Не, ну это вы, ребят, все тут откинетесь. Если мне патронов снять, хватит как-то. Давай, давай, работай. Зачищено? Не, это еще не зачищено, смотрите-ка. Ну я вас выпил. Виталий, да. Что, тебе разбили сердце? И ты решил стать отшельником, чтобы никто не мог больше тебя ранить? Так? Меня не ранили. Я ранил. Их всех. Кого ранил? Это не важно. Их больше нет. Их помню только я. Здесь там болтают. Ладно. Во-первых, что награда-то? А ничего награда. А, класс. Отравление наносит больше урона. Нормально. Давай. Отравление будет наносить больше урона. Игнорирование устойчивости. Ну, давайте ломиться дальше. В ширину потом пойду. Так, и что-то там... Мне опять не нравится уровень мира, но опять что-то не хочет подниматься. Нет, включено, все нормально. А что-то полосочка вдоль него не идет. Даже странно. Ну, то есть она вроде такой тощенькой полосочкой прорастать должен. Или что-то не так. А, стоп, 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 патроны. Или я что-то не помню. Так, уже рядом с монолитом зачистить. Это прекрасно. Отлично. Пополнено, пошли. Раздадим пинков. Тут чё? Ничего. За углом чего? Тоже ничего. Нигде? Ничего. Неизвестная сущность юбки. Ну, пойдем зачистим. Какая-нибудь шушера будет особо злобная.
Так. Но поскольку зверю, я не помню, стрелять не будут. Да, да, как бы и нет никого. Вот обелиск. Давай узнаем, что в нем особенного. Его особенно хрень охраняют. Турель работает, молодца. Кровавая ищейка 30. Ищейка 30? Охренели вас тут столько. Ну-ка, полечите меня. Подмораживайся, подмораживайся. Блин. Да, блин, дайте я этого убью. А вот патронов нету. А где-то ящик был. Так, она строили, пока воюет. Блин, это не тот ящик. Ну и чего вот это было у меня? Все убили меня нафиг. Блин, дурдом. Фух. Да, я... вот это худший моб. Я думал, какие-то другие мобы хуже. Нет, это худший. Во-первых, он реактивный, он носится как бешеный, не знаю кто. А во-вторых, он телепортируется. Я не знаю, это баг, не баг. Но он телепортируется вот сквозь эту скалу. То есть я его турелю приморозил сюда, сам вот там сверху. Турель его гложет, он раз сквозь скалу телепортировался. Какой-то лютый пипец. Бегает быстро. То есть от него убежать, ну мы равны по скорости. Иногда он, конечно, останавливается, тупит. А иногда бегает. Вот тогда от него убежать невозможно. А что такое? Типа жопу выбить. Что это? А, еще ящик. Ну тут херы-то какие. В общем, я даже несколько раз на него заходил. Но много. Пока самая страшная срань, по-моему. Я помню, на кого больше времени не тратил. Ну, охренеть просто. Нафига ж такое-то стоит. Только вот вопрос, а что в финале будет? У меня, пока я там прощелкал, что автоматическое повышение уровня мира отключилось, я, видимо, все-таки несколько превысил уровень мира. А если бы оно было не выключено, если бы оно, так сказать, на адекватном уровне было, что, меня просто... Просто подошел бы, размазал меня по стенке, или как? Непонятно. А что получить награду? Давай, дождемся скидальца. Охренеть. Просто слов нет. Ты Алиум? Вы это так называете? Откуда ты такой взялся? И зачем тебе моя помощь? У тебя есть сила, и ты мог... Осторожнее с силами, Алиум. Они сводят с ума. Питаешь их, и тебя затягивает тьма. У меня больше нет силы. А.
Да. Ты понимаешь? Так кто ты? Лучше вернись назад. Впереди лишь смерть. Вот твоя награда. А сам он шушур вынести не мог. Алло. Ну да, давай. Скиталец, что ты знаешь об этих больших воротах? Или о руинах? Кто их построил? Если есть ответ, зачем он тебе? Утолить любопытство. Любопытство — это грех. Любопытство нас сюда и привело. Нас сюда привело выживание. Нет. Выживание — это все, что осталось. После того, как наши ответы превратили все в прах. Кровавый луж. Знаешь, смотрится. Так, а... Погодите, а вот прыжок. Так, что осталось-то? Остался главный квест. Ой... Не, я после этой хрени нет. Давайте на этом серию закончим. Сейчас я разберусь с Налутоном. Уж что-то я вообще... Жуткая ищейка. Просто жуткая. Так. А чё по стволам по этим? Я какую-то винтовку аж за 5900 добыл, да? Автоматическая. Давайте попробуем мы её. Сейчас просто вот возьму и попробую её видоизменить. Где наш товарищ видоизменятель? Это не ты. Вот. Просто если получится, в болтовку перейдёшь. Я люблю болтовки. Автоматом я уже наелся. Хватит меня. Она пыщ-пыщ-пыщ задирает кверху. Нет аномалии. Каким-то образом они ее сдерживают. И с той стороны... Не-не, заменить вариант. Земля обетованная. Она все равно автоматическая. Нахрен, не надо. Болтовку. Только болтовки. Так, а что у нас по болтовкам? А что за 6? Страшно выяснять, были ли они построены для того, чтобы что-то... А тоже автоматическое. Или не выпустить. Ну, тоже. Ну давай посмотрим, я могу болтовку. Она не очень автоматическая, у нее две пульки нарисованы. Нет, то есть тут, если написано автоматически, то можно даже не дергаться. Так, тогда хочу болтовку. Болтовку мне обратно. Так, 5900, вот еще одно зарядное, 4900. Давай вот это и смотрим. Автомат, автомат. Автомат со скользящим затвором, 4994. Токсичные пули. 522 урон. 220 урон. Идите вы в пень. Моя лучше. И все, болтовок больше нет. Ну и не буду ничего. Так, 6400. Этого хрен переплюнешь. Пистолет хуже. Каска. Ну давайте. Каску я сменю. Фуфаек нет. Порточки есть. Окей. Перчаток нет, хотя мне казалось, я бы поднимал более ядреные. Все, то есть что у меня порточки, морда и винтовка. Ну даже не знаю, продать может это. Бабла и так много. Давайте разберу. О-о-о. Я опять сменил, да? Етиск, ты сила. А тут это моя была. По-моему, вот это. 5-0, да?
Нет, не она, да ёлки ж. Ладно. Не так... да, смотрим. Вот, пожиратель душ, наверное. Винтовку не менял, то есть у меня моська и порточки. Я разберу, чтобы получить просто гору ресурсов. На апгрейды, чтобы пошло и так далее. Не, может, конечно, поехать в город и озолотиться. Ладно, озолотиться, ценки смешные. Но я что-то еще, наверное, тут на финальном квесте подгребу, и тогда точно озолочусь. Поехали, давайте. Ну, не такое уж конское количество всякого разного я получил. Кожедер уровень 4, спасибо. Так, морда. Стой, могу все это улучшать. Так, модификация. Фигня. Вот, криотурель действует дольше. Давай. И порточки. А, уровень еще. Вот. И порточки. Выкачивание жизни. А, обязательно. Я этим живу. Я просто вампир, черт возьми. Дракула местного разлива. И получаем лечение тоже. Жизнь без этого нет. Так. А что бы мне тут? Это уже есть. Взрывающая турель мне нафиг не нужна. Тогда давайте вот по этим. Нет, заморозка нет. Быстрее восстанавливается? Да, пожалуй. И уровень. Все. Оделся, снарядился. Ну что ж, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.